поздно. Они уже на кого-то напали. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да, но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия, волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали, а Флориан повесился. Барин начал пить, имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. А, что было, то прошло. Мы шли нильфгардцев смотреть. Пойдем. Ты знаешь, что будет в этом приходе? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Ведь бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже грифон не приметит.
Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Что тут переживать? Это же не львгарцы. Обычные мальчишки. Только закованные в черное железо. Будьте здоровы. Нильфгаардцы здесь что-то отмечали, но Грифон их прервал. Земля черная от запекшейся крови. Следы давнишние, а не глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаардцы. Гнездо Грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон-самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. К
Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодость, значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение, королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаардцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Медальон дрожит. Это место силы. Высоко, до императора далеко. Наказание божье с этим грифоном. Чертяка змееглазый.
старый Эрнест перед смертью нам ворожил. Войну ворожил. Хорошо, что хоть сам до нее не должен. Что за времена настали? Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай. Это верно. От тех сливок у меня болит живот. Лишь на полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал там. Чертяка змееглазый. Я теперь Дерван. Дерван, а не гостера. Да как же так? Добрый человек. А вон то поле, по другую сторону реки, оно чье? У леса-то? Воин из Климков. Хороший он мужик, сударь-ведьмак. Вот только не... Бабка моя рассказывала, как урак случился, да-да, у околицы. А этот воин не решит вдруг на урожай свой посмотреть. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены. Дай-ка взглянуть. Береги себя.
Шевелись, плотва. Сражения, а мужики жизнь отдают. Да? У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения. Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Очень сильно. На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот, возьми маленький подарочек. За то, что тебе не все равно. Эй!
Ну, все, все, все. Все зерно у нас забрали. Что? Что ты сказал? У тебя получил? Ну? Приветствую старого клиента. Чего? Сделай мне одну вещицу. Бывай.